Самая фишка, вот это, самая проблема в паровых системах – это резьба. Резьбу часто продувает. Херовая герметичность у резьбы. На воде она как бы нормальная, ты что там, фум-ленту намотал, и ништяк. Фум-лента на пару не пойдет, она расплавится. Я знаю. Вот. Там есть, есть какие-то, у Газпрома есть какая-то там, какой-то для резьб на высокие температуры, на газы. Но он там, говорят, стоит просто денег, и его еще хрен найдешь.